привычным контейнерным площадкам на фестивальной поляне Иволги добавилось еще 5 точек для раздельного сбора отходов. Эксперимент проводится региональным оператором. Волонтеры – выпускники разных вузов Самарской области. Всех их объединяет активная жизненная позиция и неравнодушие к проблемам окружающей среды. На Иволге для них организованы спальные места и рабочая зона. В целом всем очень нравится, вот когда ты видишь, что человек сам уже научился и понимает, что куда нужно, это на самом деле очень сильно радует. Сбор мусора на Иволге ведется раздельный – бумага, стекло, пластик и металл. Для крышек от пластиковых бутылок региональный оператор установил отдельный накопитель. Все мероприятия на территории Мастерковских озер, люди нацелены на раздельный сбор. И позыв от этого от участников мы чувствуем. За 3 дня с момента открытия молодежного форума удалось собрать и вывести 50 килограммов пластика и около 75 кубических метров ТКО. Итоги по другим фракциям будут подведены после окончания форума. Реализация в Самарской области национального проекта «Экология» дала импульс для создания эффективной системы управления отходами. Так, к 2025 году сортировку должны будут проходить 100% собираемых отходов. Мария Илчан, События.